Каждый раз, глядя на восходящее солнце, человек надеется по-особенному. Я имею в виду любого человека, даже того, для кого этот рассвет несет с собой смерть. Например, приговоренного. Я не боюсь смерти, и мне кажется, что в сущности ни один из смертных не должен бояться этого естественного предела человеческого существования. Существования, но не жизни. Ведь жизнь не заканчивается со смертью, а продолжается в наших детях, в человечестве, которому мы оставляем свои мысли и дела. Смерть человека не страшна, пока человечество имеет надежду на будущее. Вот эта надежда на будущее человечества, по-видимому, и открывается каждому в момент восхода солнца. Ведь солнце встает для всех, и именно в этот момент можно как никогда почувствовать себя частью этого всеобщего бытия, открывающегося каждому из нас как надежда. А что, если у человечества не станет надежды? У нас осталось не так много времени, всего 3-4 поколения до точки невозврата, когда гибель цивилизации уже невозможно будет предотвратить. Давным-давно меня поразил один эксперимент. Две лягушки бросали две емкости с водой, стоящих на огне. В одной из емкостей вода была очень горячей, почти кипела. И попадавшая в нее лягушка моментально выпрыгала из нее, отделываясь легким испугом. Во второй емкости холодная вода постепенно нагревалась. Лягушка испытывала дискомфорт в одном месте и переходила на другое, затем третье, четвертое место в кастрюле и так далее до тех пор, пока не сваривалась заживо. Наша цивилизация напоминает именно эту лягушку. Нам становится дискомфортно в одном месте, мы переходим в другое. Если нельзя загрязнять атмосферу тут, мы будем делать это где-то еще, в другом месте или даже в другой стране. Вместо одного источника загрязнения перейдем на другой. Например, вместо тепловой электростанции построим атомную. Больше мы злу предпочтем меньше и так далее. Возможны только два исхода развития технократической цивилизации. Ее гибель от отходов индустриальных технологий или отделение техносферы от биосферы, вынос земной индустрии в космос. То, как мы можем погибнуть, я испытал на себе, когда мою родную деревню под Гомелем после самой крупной в истории человечества техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС накрыло облаком радиоактивных осадков. А это всего лишь одна электростанция, маленький индустриальный винтик по добыче самого безопасного вида энергии. Электричество. Человек создал технику, и она стала слишком сильной для того, чтобы он мог ее контролировать. Чернобыль – это яркий пример, урок, из которого мы так ничего и не вынесли. Сегодня много говорят о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении и тому подобном. Принимают меры в виде квот на выброс тех или иных веществ в тех или иных регионах. Ничего не напоминает? Лягушка в кастрюле с еще не смертельно горячей водой? Все это полумеры. Мы ничего не достигнем, просто сократив количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Так можно только отложить гибель, но не избежать ее. Единственный вариант спасения для человечества – вынос вредного производства на околоземную орбиту, в ближний космос. Об этом говорил еще Циолковский. Я познакомился с его трудами в детстве. Я понимаю, что так можно потерять вот всю планету. Ну, все потерять. Потому что это сделала цивилизация, вот эта вот трагедия. И сделала самая безопасная энергия электрическая. Потому что атомная электростанция Чернобыльская – это электростанция. Она вырабатывает самую безопасную и самую чистую электрическую энергию. Но мы видим, что это не так. Никакая она не безопасная, никакая она не чистая. Ну что, я здесь гулял, вот в школу ходил, вот там в школу. Это мой класс.
Вот здесь я сидел. Вот здесь. В 6 классе. И нас учили, многому учили и хорошо учили. Я получил прекрасное образование вот в сельской школе, глухой, среди болот. А там классы химии и физики должны быть. Нет силы более могучей, чем знания. Человек, вооруженный знанием, непобедим. Горький. Юный физик, орган физического кружка. Были кружки, хорошие кружки, я тоже ходил в кружки. Увлекался моделированием. Потом все ракетные моделирования. Я первые ракеты строил здесь. Где-то во 2 классе начинал строить их. И это просто сельская школа. А знания давали хорошие, неплохие знания. Я с благодарностью это вспоминаю. Мысль о возможности выноса индустрии в космос захватила меня целиком и полностью. Надо сказать, что она тогда пришлась как нельзя ко времени. Тогда космос был в моде. Еще бы. Мы же были впереди планеты всей, опередили американцев. Но вместе с тем мне очень скоро стало ясно. Ракета не то, что могло бы позволить человеку не только покорить космос, но и даже просто освоить его в индустриальных целях. Возможности использования ракеты очень ограничены. При этом ракеты экологически опасны и очень дороги. Каждый их запуск может стоить сотни миллионов долларов. Стоимость доставки 1 тонны груза на орбиту высотой 300 километров сегодня превышает 10 миллионов долларов. Для освоения космоса эта стоимость должна быть не более 1000 долларов за тонну, то есть десятки тысяч раз дешевле. Одна тяжелая ракета делает дыру в озоновом слое размером с Францию. Сотни запусков ракет-носителей в год, а это всего несколько сотен тонн груза в год, полностью уничтожит озоновый слой планеты. Это возможности традиционного космического транспортного средства под названием ракета. На Земле с такой транспортной работой перемещение на расстояние 300 километров нескольких сотен тонн груза в год справится одна телега с парой крепких лошадей. Это и есть земной аналог космического транспорта, созданного земной цивилизацией. Правда, стоимостью несколько больше. Более триллиона долларов. Именно столько затрачено на космическую гонку за последние 70 лет. Очевидно, что одна земная телега не справится с транспортными задачами, стоящими на планете перед более чем 7 миллиардами землян. Как очевидно и то, что подобный транспорт не справится с созданием космической индустрии, обслуживающей все человечество. Решение, которое я предложил, является единственно возможным – не ракетное освоение космоса. Оно основано на законах физики и в сущности очень просто. Мы можем выводить на орбиту большое количество грузов. За один рейс миллионы тонн и миллионы пассажиров, используя центробежную силу. Для этого по экватору нужно построить кольцо, которое и будет являться общепланетным транспортным средством. Внутри кольца по специальному вакуумному каналу на магнитном подвесе будет двигаться маховик, разгоняемый линейным электродвигателем по принципу поезда на магнитной подушке. За счет чего кольцо, увеличиваясь в диаметре, станет плавно подниматься над Землей, пока не достигнет нужной высоты и орбитальной скорости 8 км в секунду.
Таким образом, мы сможем вывести на околоземную орбиту неограниченное количество грузов. Получим возможность использовать неисчерпаемые ресурсы космоса – сырьевые, энергетические, пространственные – и избавим Землю от непосильной ноши технологической эксплуатации. Благодаря новым космическим технологическим ресурсам, отсутствующим на Земле, невесомости и глубокому вакууму, перед будущей космической индустрией откроется колоссальная возможность. Сейчас кажется даже немного наивным. Тогда я думал, что стоит мне рассказать людям о моем изобретении, и они обязательно поймут всю его важность. Я был уверен, что меня услышат. Услышали. Назвали сумасшедшим, параноиком, фантазером. И это тоже было своего рода признанием. Когда-то также смотрели на строившего ковчег Ноя, воспринимали идеи Коперника, Бруно, и даже о самолете, сегодня ставшем частью повседневной реальности, скептики говорили, что предмет тяжелее воздуха не может летать. А другие специалисты утверждали, что космические полеты невозможны, так как в вакууме ретивной струе будет не от чего отталкиваться. Впрочем, было и другое признание, настоящее. Более 100 патентов и авторских свидетельств на изобретение, публикации в научных журналах и объемно научная монография. В некотором смысле я благодарен тем, кто критиковал меня. Они побудили меня отставить идею, развивать и совершенствовать ее. Так, собственно, и зародился концепт струнного транспорта, который отпочковался от эстакады общепланетного транспортного средства. Основной недостаток изначальной идеи безракетного освоения космоса связан с необходимостью строительства эстакады, которая должна опоясать по экватору весь земной шар. Если эстакаду строить в традиционном исполнении, то для этого потребовалось бы неимоверное количество строительных материалов. Однако расходы можно сократить на порядок, если сделать структуру эстакады предварительно напряженной, струнной. Струнные канаты примут на себя значительную часть нагрузки, за счет чего несущие конструкции могут быть гораздо более легкими и, соответственно, менее материалоемкими. Кроме того, такая конструкция оказывается еще и более прочной, устойчивой к внешним воздействиям и дешевой. В сравнении с обычной эстакадой, она сама по себе является, безусловно, выигрышной, а потому может заменить ее не только в рамках концепции неракетного освоения космоса, но и в повседневной жизни, в строительстве земных дорог и мостов. Словно сама идея двигала мной, подсказывая средства к своему осуществлению, требующему огромных финансовых затрат, на которые не готово пойти ни одно государство. В какой-то момент я понял, что изобретенная мной струнная система призвана стать своего рода взлетно-посадочной полосой для общепланетного транспортного средства сразу в двух отношениях. Она должна обеспечить техническое осуществление проекта и, что не менее важно, дать этому проекту финансирование. Из всего, что связано с изобретенным мною космическим транспортным средством, эстакада является самым земным и понятным элементом, потенциально востребованным рынком. Его можно и нужно капитализировать. Это должно стать первым шагом к спасению планеты. Я попробую объяснить. При скоростном движении 90 и более процентов энергии уходит в аэродинамику. Трудности связаны с наличием эффекта экрана. Когда транспортное средство движется близко к экрану, идет несимметричное обтекание воздушным потоком, идет на динамическое нагнетание воздуха по транспортному средству. Экранный эффект как минимум 2,5 раза ухудшает аэродинамические характеристики. При подъеме транспортного средства на размер транспортного средства над землей аэродинамическое сопление уменьшается 2,5 раза. Надо не только поднять над землей, надо убрать экран, сделать не сплошное полотно, а два узких струнных рельса. Обычная эстакада со сплошным полотном и эстакада струнная – это эстакада. Она проектируется по одним и тем же нормативам. Но при той же нагрузке, при той же несущей способности, наша струнная эстакада будет минимум 20-30 раз дешевле. Вместо сплошного полотна – два узких рельса. Ясно, что материал надо 10-20 раз меньше. Балочная конструкция, она разрезная, несущая способность балочной эстакады где-то в 5 раз ниже, чем такой же эстакады, которая является неразрезной, без температурных швов. Поэтому
на порядок мы можем снизить расход материалов и стоимость за счет того, что мы убрали сплошное полотно, стали два узких рельса. И в пятый раз мы можем улучшить ровность пути, потому что конструкция не разрезная и предварительно напряженная. Оставалось решить проблему преодоления сопротивления качению колеса, на которое расходится порядка 10% энергии при высокоскоростном движении, так как 90% энергии уходит на аэродинамику. И колесо у нас другое, нижедорожное, потому что у него тоже достаточно большое сопротивление качению колеса, потому что коническое колесо опирается на цилиндрическую головку рельса. А у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса. Поэтому по сравнению с железнодорогой мы улучшили характеристики колеса в два раза. И поэтому нам нужна в два раза меньшая мощность для преодоления вот, сопротивления качению колес. Потери здесь на порядок, а при высоких скоростях и на два порядка меньше, чем у системы пневматическая шина асфальтобетонное полотно. Так был создан концепт оптимальной надземной транспортной системы, названной позднее SkyWay, небесная дорога. Это другая эстакада. Она предварительно напряженная, неразрезная и статически неопределимая. Второе. У нас по эстакаде движется рельсовый автомобиль, который назван юнибусом, который имеет исключительно хорошую аэродинамику, обводы исключительно хорошие, имеет противосходную систему и индивидуальную систему управления, безопасности, энергообеспечения и связи. И третье, у нас инфраструктура второго уровня, она другая. Она не на поверхности земли, она поднята на земле. И поэтому вся инфраструктура другая. Эта система, конечно, не решит глобальных проблем, но позволит выиграть время, сэкономив за 100 лет триллионы тонн топлива и предотвратив выброс в атмосферу триллионов тонн вредных веществ. Время – самый главный ресурс, и его у человечества становится все меньше. Я уже говорил, что современные экологические движения с их программами способны только отложить гибель цивилизации. Все они похожи на детскую игру, где время движется только в очерченных правилами пределах. Но настоящее время выше любых правил, оно само правило. За тем, что мы выиграем время, должен следовать самый важный шаг. Должно быть решение. Я знаю его. Я знаю, как выиграть время для реализации предложенной мною программы. Электронный транспорт, предлагаемый мною в качестве первого шага, это не только самый эффективный транспорт, но и самый безопасный и самый экологически чистый. Это становится особенно очевидным, если использовать масштабный фактор. В частности, если по технологии SkyWay в ближайшие десятилетия будет построена альтернативная мировая транспортная инфраструктурная сеть Transnet, то это спасет до конца века около 100 миллионов человеческих жизней, которые в противном случае погибнут в транспортных катастрофах. В первую очередь на автомобильных дорогах. А около миллиарда человек не станут инвалидами и калеками. Землепользователям будет возвращено более 5 территорий Великобритании. И настолько по площади почв сегодня закатан в асфальт и похоронен под шпалом. В 10 раз больше территория почв будет спасена от экологической деградации. Будут сэкономлены сотни миллиардов тонн топлива стоимостью в сотни триллионов долларов. При этом в двигателях автомобилей, тепловозов и самолетов не будут сожжены триллионы тонн атмосферного кислорода, так необходимого всем нам для дыхания. Мы сможем дышать дольше. Мы выиграем время. Мы выиграем еще один рассвет и еще одну надежду. Боже, дай мне времени завершить начатое. Дай мне времени сделать все, что в силах моих для реализации задуманного. Для всех людей, объединенных этим рассветом и этой особенной надеждой, таящейся днем. С этой мыслью я начинаю свой день вот уже почти 40 лет. Все то время,
что было отдано воплощению идеи истонного транспорта и неракетного освоения космоса. Я знаю, что я не один, и это дает мне уверенности в правильности избранного пути. Жизнь человека есть только в жизни человечества, возможности будущего для наших детей, внуков, правнуков. Со мной те, кто понимает это, и нас становится все больше. Моя семья, мои друзья, инженеры-конструкторы, люди, поддерживающие проект струнного транспорта своими инвестициями, своим стремлением сделать все от них зависящее для того, чтобы не дать погибнуть нашей цивилизации. Сегодня мы вместе строим экотехнопарк, центр международной экспертизы и сертификации струнного транспорта, откуда это инновационное решение будет выведено на мировой рынок и сможет внести свой вклад в будущее. Вместе мы строим будущее, лучшее, чем то, которое ожидает нас, если ничего не делать прямо сейчас, пока еще есть время. Я убежден, что как только мы достроим тестовые участки и сможем сертифицировать струнный транспорт, он будет востребован по всему миру. Ведь не может не быть востребованным самый эффективный, дешевый, экологически чистый и безопасный транспорт из всех, что только есть сегодня в мире. И хотя богатство не является для нас самоцелью, но мы разбогатеем, продавая созданную нами технологию. Лично заработанные деньги я инвестирую в разработку космической программы SpaceWay. Эту программу сегодня никто не готов финансировать. Ни Россия с ее Роскосмосом, ни Соединенные Штаты Америки с их НАСА, ни Организация Объединенных Наций. А ведь только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 миллиардов долларов вложений. Реализация программы SpaceWay «Космический путь», затраты на которую оцениваются более чем триллион долларов, обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, биосферы планеты Земля. У нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком разумным.